привет и поздравления из города Москва от Союза Кабардино-Балкарии, который возглавляет товарищ тренер, министр природы Трутнев Юрий Петрович и Кириенко Сергей Владимирович. Вот от их лица, от лица руководства Союза Кабардино-Балкарии еще раз мои поздравления. И вручаю награду. Второй поединок по профессиональному боксу, который пройдет по профессиональному боксу. Итак, судейская коллегия, супервайзер Борис Конкин, Екатеринбург. Рефери Виктор Панин, Челябинск. Боковые судьи Александр Бусыгин, Кемерово. Виктор Белоусский, Барнаул. И Михаил Бакин, Барнаул. Сейчас мы дотрем все, что тут намусорили ребята. На ринг приглашается чемпион Кении 2006 года. Чемпион Африки Шадрак Кипруто, Кения. Его соперник, двукратный чемпион России, интерконтинентальный чемпион мира по версии IBF, Сергей Башкиров, Новосибирск.
трудно будет различать атлетов. Исправляемся. Болеем нормально, не как в прошлый раз.
был, выступает не по легкоатлетике, не по боксу. И тащил за собой соперника. Но все живы, кроме ничего не получил. Поддерживает нашего пианиста после национальной музыки.
публики своего земляка. И не понимаю почему. Удара не было, просто поскользнулся. Обратите внимание, что парень завелся. Почему завелся?
Потому что боец это раз. А два, никто не поддерживает его соперника. Боксер из красного угла. А кто в красном углу? Сергей Баскиров! Россия! Thank you.
Также ринг пригласился на день рождения почетный президент Федерации бокса России Анатолий Быков. Чемпион мира замечательный. Прошу его поприветствовать аплодисментами. И хочу, чтобы сегодня вы поздравили с днем рождения одного из организаторов этого фестиваля, заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе Андрея Черепахина. Если вам соревнования понравились, мы будем их проводить каждый год здесь, в ЛТС и Сибирь. Мне кажется, понравились, о чем вы говорите, проводить раньше. Аплодисменты боксерам, организаторам, аплодисменты и провожаем всех по местам. Греко-римская борьба. Судейские коллеги, главный судья. Судья высшей международной категории из города Новосибирска Александр Григорьевич Курилов. Судья международной категории Сергей Васильевич Ситников, Красноярск. Судья международной категории Мухтархан Кабаевич Акмурзинов, Казахстан. Итак, я приглашаю на ковер чемпион Украины, вице-чемпион Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира среди военнослужащих Константин Стрижа!
чемпион Европы, призер Кубка мира, призер чемпионата мира Сергей Артюхин! Москва, Россия! Стрижака 120 килограммов, вес Сергея Артюхина 117. Первая минута поединка. Никто из спортсменов не набрал выигрышных баллов. И сейчас спортсмены продолжат борьбу в партере. Право первого партера определено жребием. И он выпал Сергею Артюхину. Сергей Артюхин проводит прием, который судьи оценивают в 2 балла. Тем не менее, 2 балла для победы недостаточно. И сейчас уже Сергею Артюхину придется быть нижним в партере и защищать свою победу. Борцы говорят в партере, а не в партере. Борис Дмитрико не смог провести результативных действий, и борьба продолжится в стойке.
Сергей Абдюхин получает 1 балл за успешную защиту и со счетом 3-0 побеждает в первом периоде. Почему так тихо в зале? Поддерживаем атлетов, они борьбу будут показывать, не будут стоять, будут бороться. А то как мы сидим, так и все остальные. Борцу в синем трико объявлено замечание за низко опущенную голову. И вновь первая минута периода не приносит результата, и вновь судьбу поединка будет решать Мишка. Напомню, партер. На этот раз жребий благосклонен к борцу в синем трико. Стрижак проводит переворот на Гадан, который судьи оценивают в 2 балла. Два балла, опять же, недостаточно для победы. И сейчас Сергею Артюхину нужно переломить ход схватки. Самое время поддержать. Сергей Артюхин проводит прием, который судьи оценивают 5 баллов. И одерживает победу в этой схватке. Александр Курилов, Андрей Черепахин. Ребят, куда пошли? Костя, вот это как бы. Yeah.
Александр Курилов награждает атлетов, которые только что продемонстрировали нам свое мастерство. Константин Стрижак. Победитель этой схватки Сергей Артюхин, Россия! Я прошу прощения, что по кому хожу. На потеке стерильного. Спасибо, Сергей, у вас было. Во-первых, хочу поблагодарить всех зрителей, которые мне ответили взаимной благодарностью за песню «Сибирь». Я почувствовал, что впереди меня поддерживают. Спасибо, удачи вам всем. И сейчас на ковер приглашается. Двукратный чемпион Азии, призер Кубка мира, призер Кубка Азии, Маргулан Асамбеков, Казахстан. Призер чемпионата Европы и мира, обладатель Кубка мира, неоднократный победитель всероссийских и международных турниров Василий Деплоуков. Давайте! Серьезно готовился, не отвлекался. Итак, первая минута периода вновь не приносит результата. А решение жребия, преимущество быть верхним, получает Маргулан Асамбеков.
прием состоялся уже после свистка. Василий Теплоухов получает 1 балл за успешную защиту. И сейчас уже он будет сверху. Борцу Сидельнику объявляется замечание за то, что он не дает взять захват. Василий Теплоухов проводит прием 5 баллов. Прием 5 баллов – это победа в периоде. Теплоухов решил не доводить дело до фишки, заставляет своего соперника выйти за ковер, а по правилам это оценивается 1 выигрышным баллом. Со счетом 1-0 впереди Василий Теплоухов.